Всем привет! Сегодня будем красить яйца на Пасху двумя натуральными красителями – куркумой и чаем каркаде. Процесс очень интересный и увлекательный. Яйца могут получиться самых разных цветов и оттенков. Список всего, что нам понадобится, смотрите в описании под видео. Высыпаем в кастрюлю каркаде. Закладываем туда вымытые с мылом сырые яйца комнатной температуры. Заливаем их водой так, чтобы все яйца покрылись жидкостью. И отправляем на небольшой огонь. С момента закипания варим 15 минут. За это время яйца несколько раз переворачиваем, чтобы они окрашивались равномерно. Затем достаем несколько яиц. По мере высыхания они становятся ярко-фиолетового цвета с мраморным рисунком. Остальные яйца оставляем в каркаде до полного остывания. При этом они должны быть все время покрыты отваром. Если в кастрюле не хватает, доливать воду не рекомендую. Лучше переложить яйца в подходящую по размеру емкость. Теперь покрасим яйца куркумой. Высыпаем ее в кастрюлю. Выкладываем туда сырые яйца на расстоянии друг от друга. Заливаем водой комнатной температуры. И отправляем на небольшой огонь. После закипания варим 10 минут. При этом яйца периодически переворачиваем. Затем достаем их и удаляем крупинки куркумы бумажными полотенцами. Оставшиеся неокрашенные яйца складываем в кастрюлю, заливаем водой и варим, как обычно, 7-8 минут. В это время достаем из каркаде оставленные там яйца. Они получились насыщенного темно-синего цвета. Дальше оба отвара процеживаем через сито. Добавляем в них уксус. Погружаем туда вареные горячие яйца. Спустя 10-15 минут достаем несколько яиц из каркаде. Они имеют ровную синюю окраску. Также извлекаем часть яиц из куркумы. Крупинки можно смыть водой. Яйца получились нежного светло-желтого цвета. Еще через 10-15 минут достаем следующую партию яиц. Таким образом получаем разные оттенки.
Когда все яйца будут окрашены, берем несколько желтых яиц различных оттенков и погружаем их в каркаде на разное время. Такую же процедуру проделаем с некоторыми синими и фиолетовыми яйцами, только погружаем их в куркуму. В результате получатся яйца зеленого цвета разной насыщенности. Полностью высохшие и окрашенные яйца для фиксации цвета и придания блеска натираем подсолнечным маслом. Вот и все. Красивые пасхальные яйца без химии готовы. Имея в наличии всего два натуральных красителя, мы получили огромное множество различных цветов и оттенков. Экспериментировать можно до бесконечности. Если вам понравился мой способ окрашивания яиц, ставьте лайк, оставляйте комментарий и подписывайтесь на наш канал. Чтобы не пропустить следующее видео, нажмите колокольчик. С наступающим праздником Пасхи всех и до новых встреч!